привлекать как можно больше людей к спорту. Главная задача общественной организации «Русский характер». Совместно со спорткомитетом они проводят открытые тренировки, где на своем примере показывают, каких результатов можно добиться благодаря спорту. На этот раз они посетили Люберецкую гимназию номер 43, где продемонстрировали ребятам навыки восточного единоборства киокушинкай карате. Один раз в неделю представители организации «Русский характер» проводят открытые спортивные тренировки. В теплое время года они проходили на дворовых спортплощадках. Теперь это спортзалы общеобразовательных учреждений. На этот раз мастер-класс ребятам провели профессионалы карате. И этот вид единоборств ни одного не оставил равнодушным. Эта тренировка дает, в принципе, некоторый опыт в каких-то, можно сказать, даже городских условиях, потому что мы живем в Люберце все-таки. Но больше всего понравилось все-таки упражнение с накиварами. То есть действительно можно отработать так технику удара, можно все распределить грамотно, вес между двумя ногами. То есть это все очень полезно и информативно для меня. Тренировка была построена на базовых элементах карате, но и это оказалось достаточно сложным для школьников. Девчонки, ребята, это все сегодня пытались понять, сделать. У кого-то получалось, ну, конечно же, больше сейчас нет, потому что все это делали впервые. Но в наше последнее время, когда дети не растут на улице, как и раньше, а растут дома с компьютерами. Спорт сейчас как нельзя лучше помогает даже банально сделать ребенка скоординированным. Подобные тренировки проводятся с начала лета в рамках программы «Спорт в каждый двор». Прививают интерес к спорту, а также обучают людей, как правильно выполнить тот или иной элемент, настоящие профессионалы своего дела. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.